И, собственно, всем привет, ребят, с вами всегда я, Клаус, и сегодня я буду крашить очередной школы сервак, который кидает на донат, еще выдает себя за сервак Аида, вот вы видите, то есть какой-то Аид сейчас сидит, давайте сразу же тут всех деопнем, так, кто-то у нас опнут есть, так, Хелт, потом деоп, Аленка, деоп, Аид, и давайте сразу же этого Аида мы с вами и забаним. Ай, какой у него ник? А, на В начинается, да, Вячеслав его. Все, мы его, ребят, с вами забанили. Все, в принципе, угрозы сейчас никакой нету. Но надо как можно быстрее выдать себе на другие ники опки, потому что если нас забанят, это будет очень плохо. Майнкрафт оп, Клауш. Клауш ЮТ 2. Клауш ЮТ 3, Клауш ЮТ 4, Клауш ЮТ. В смысле, я сам себя дропнул? Нет, 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 я опнутый, фух, я испугался. Ребятки, кто не знает, я крашу сервера, которые кидают на донат, если что, это не настоящий сервак Аида, это просто сервак очередной, который выдает его за популярное лицо, тем самым набивая себе онлайн, вот он набил онлайн себе до 3 игроков, то есть я еще каких-то 2 человечка, но их я трогать не буду, потому что люди ничего плохого не делали, люди всего лишь попались в это изобилие, что ли, я не знаю, как это называть. Ну что, ребят, давайте тогда, наверное, начнем крашить сервак, напишем SP Aria 5, возьмем кирку. И будем начинать разрушать сервачок наш с вами. А, кстати, тут... Стоп, тут нормально все? Да, я так знал, надо написать еще команду лимит минус один. Чтобы не было никаких у нас с вами ограничений, чтобы мы могли нормально все спавн весь ломать. Давайте тогда начнем с самого спавна, потом уже приступим к другим частям. И также дома других людей я трогать не буду, потому что я еще раз повторяю, что люди ничего плохого не делали. Так что как-то вот так вот, и также не надо забывать писать команду save all, чтобы вот эти мошенники, я буду называть таких владельцев серверов мошенниками, потому что, ну, они кидают на донат, выдают себя за других, за другую личность, вообще это уголовная ответственность, по идее. Так что как-то вот так вот. Save all, в принципе, можно чуть-чуть пореже даже писать save all, или можно через автосообщение настроить их. Ну, настроить как-нибудь сейфал, чтобы писался сам с периодичностью, там, не знаю, где-то в минуту или так далее. Ну ладно, пофигу уже, не сделали так. Так, ну что, давайте еще возьмем топорик, будем опять делать нашу с вами дизайнерскую такую задумочку. Так, я предлагаю в этой башне у нас сделать лаву, то есть вот вся эта башня будет у нас состоять из лавы. Давайте сделаем границы только, допустим, откуда-нибудь отсюда, да, и... Ну, до сюда. Где? Ну, вот до сюда, да. Пропишем set lava. Сейчас глядите, как у нас красивенько все это дело будет. Так, одна башня set lava. А вот это, наверное, башню давайте мы сделаем водой. Мне кажется, будет довольно-таки неплохо смотреться все это дело. И, ребят, если вы играете на этом серваке, я вам советую... Не играйте тут. Просто мой вам совет, а играть или не играть, это решать просто вам. Потому что это не сервак Аида. Если кто-то думал, что это сервак Аида. Так, пишем set water. Вот тут у нас водичка, тут лава. Прекрасно, прекрасно, save all. Давайте напишем. Вот это место, наверное, мне кажется, стоит разрушить, потому что оно тут лишнее, да? Вот, блин, Unfine версия 2, конечно, обо мне ничего не скажешь. Вот дизайнер вообще из меня топовый. Правда, весь мой дизайн заключается в том, чтобы сетнуть лаву или воду, и все. Я знаю, что я очень крутой человек, да. Спасибо, спасибо. Сам с собой общаюсь. Блин, круто. Я, наверное, буду накрашить с собой еще кого-нибудь звать, потому что самому крашить как бы скучновато немного. Я помогаю подписчикам, да, то есть помогаю другим людям, но... Мне самому немножко скучновато тут одному вот все это дело летать, вот и крашить. Я, наверное, буду сейчас записывать краши, то есть буду записывать общение с админом. На глазах админа все это буду крашить, не буду его банить, буду там... Ну, посмотрим, как это все можно сделать, потому что вот сейчас как я делаю. Сейчас я или плагин скидываю, да, вот с хаком, они ставят плагин мой, и я их взламываю. Или же просто говорю, что на втором канале буду грифер-шоу на их сервере снимать. И все, говорю, типа, дайте мне для удобства опку, они мне дают опку, и все, я их крашу. Особого труда это не составляет, но на многих, многие админы меня уже знают, и многие меня уже, можно сказать, побаиваются. И как я только захожу на серваки, меня сразу же банят, и из-за этого заключается трудность в крашах.
Так что как-то вот так вот. Так, эту башню, эта башня из чего у нас будет? Воду мы сделали, лаву мы сделали. Тогда давайте вот, чтобы наискосочек была тут тоже лава, да? А вот там будет вода. В принципе, у нас спавн довольно-таки с вами тут обширный имеется. Можно много чего тут поделать. Так, ну, блин, откуда? Отсюда, да? Отсюда и до сюда, снизу. Также, ребятки, совсем скоро у меня уже кончаются каникулы, и надо снова идти в школу. Мне, конечно же, это вообще не охота. И я хотел бы вас сегодня спросить, охота ли вам идти в школу с каникул? Вот, просто напишите в комментариях. Если охота, тогда напишите охота. Если не охота, тогда напишите, типа, ну нафиг школу, я лучше дома посижу, чайку попью. Не, ну на самом деле учиться надо, и поэтому в школу придется идти. Хотя образование сейчас вообще обязательно. Путин выпустил там какой-то приказ где-то год назад или два года назад, что учиться надо обязательно. Если не будешь учиться, там родители будут штрафовать или что-то такое. Я уже точно не помню, ребят, но что такое есть, это есть такое. Ну, вы поняли, в общем, меня. А тут сделаем воду, да? Вот таких у нас получается 4 столбца. МС Дуца. Ака Хованские. МС Псы-хулиганские. Ну, вы, кто понял мем, тот понял мем. А поняли мем только мои одноклассники. Вы не поймете, мне кажется. Так, ну что, тут делаем мы с вами водичку, собственно. Так, людям вообще, по-моему, пофиг. Спавн ломают. Ну, в принципе, мне кажется, они где-то вот у себя там в доме что-то делают. Но к ним я не буду даже тпшиться и мешать им. Потому что они ничего ведь плохого не сделали. По сути, какой толк мне врываться в ихнюю жизнь, так сказать. Ломать там у них начинать все и так далее. Set. Да, боже. Set water. Так, водичка, да. В принципе, все красиво у нас получается. А тут можно... Что мы тут можем сделать с вами? А, мы тут ничего с вами не сможем сделать, да, по идее? Или стоп. Как там команда есть? Пост 1... Ну, блин, ну нет такой команды. А, слитно ведь надо писать, да? Все, а, да-да-да, есть такая команда, извиняюсь. Давайте тогда вот тут сделаем пост 1. А, тут сделаем пост 2. Спасибо подписчикам, что сказали, как правильно писать такую команду. И сделаем тут сет лаву. Да, вот лава такая у нас появилась. Тут все прикольно, все прекрасно. Ой, фуф, каев, ничего не скажешь. Но зато вот админы этого сервака сейчас будут знать, что кидать людей плохо и что за каждое мошенничество надо нести ответственность. Надо получать по заслугам. Вот. Я думаю, вы меня поняли. А сейчас давайте просто уже этот спавн доломаем. Ну, какие тут есть такие еще прикольные археологические постройки? Вот эта стена, ее просто можно сетнуть потом будет. Ну, автошахта, в принципе, в ней ничего такого нету. Я ее сломаю, она потом в любом случае восстановится, мне кажется. Да, так что... Че тут? Ларек какой-то. Блин, ну не знаю, тут, в принципе, на серваке ничего годного-то и нету, да? То есть спавн, как бы он большой на самом деле, но... Очень много пустого пространства, как мне кажется. Так, что, save all? Ну, блин, я не знаю, что тут можно еще поделать на спавне. А тут команда Fireball доступна? Fireball. Ну, она как бы доступна, но она что-то ничего не бабахает, конечно. И взрывы TNT-шкой, да, мне кажется, тоже недоступны. Так, где он там? ТНТ. ТНТ, вот он. Потом, как там огонь? Где там зажигалочка? Давайте вот этой штучкой. Стоять, стоять, стоять. И чё? Не, нифига не происходит, тут все зафикшено. Блин, жалко. Жаль, конечно. Ну, окей, пофигу. Что мы тут можем поделать? Мы тут можем еще посетать все это дело. До этой елочки сделаем сет лава. Я предлагаю сейчас просто сделать очень большой сет, чтобы сервак не выдержал и офнулся. Очень надеюсь, что моим подписчикам также вернут деньги. Я не сказал, кстати, насколько их кинули. Их кинули на 500 рублей. Двоих человек. Вот они, друзья. Но вот кто сейчас играет, это не они.
То есть, получается, что там, по 250 рублей они купили какие-то привилегии себе. Я точно в это все не вникал, но они мне скинули доказательства, что их действительно кинули, что купили они привилегии, но... Все, им ничего не дали. Пишут админам, а админы их просто в ЧС кидают. Ну, это нормально вообще? Это вообще капец как ненормально, мне кажется. Так. Сет лава. Сейчас эти стеночки посетаем. Блин, ну эту стенку мне уже лень сетать на самом деле, потому что... Смысла нету, мне кажется. Пропишем, давайте, save all. Тут напишем команду пост 1. Ой, что-то сервак уже лагать начал. Хостинг тут, конечно, вообще топовый, ничего не скажешь. Так, пост 1 тут будет у нас с вами. Пост 2. Set lava. Save all. И надо это все с одним слэшем писать. Да, я знаю, чуть неправильно написал. Вот save all. Ой, спалился. Только не палите меня, только не палите. А то не люблю таких людей, которые пишут в чате, типа, ой, что происходит? Потом пишут админам, типа, сервак ломают, помоги, там всякое такое. Так, пост 1, пост 2. А давайте здесь сделаем воду, вот. Set water. Я немного уже начинаю запинаться, так как немножечко подустал это все делать. Сколько минут запись идет, кстати, мне интересно. Давайте напишем save all. И, наверное, же просто стопнем этот сервак, потому что... Ну, нормально мы его с вами так покромсали. Глядите, он уже завис. Мне кажется, он сейчас сам по себе даже стопнется. А чё он, кстати, так завис? Лол. И не отвиснет, что ли? Серьезно? Ой-ой-ой, как лагает. Как пролагивает жестко, слушайте, а? Save all. А чё так это все лагает? Почему пингует сервак? Он офнится сейчас или что? Что произойдет с ним, мне интересно. Ну, пока что он просто зависает. Ой, блин, жестко зависает, я могу отметить. Прикиньте, какое удивление будет у админа, когда он заходит на свой сервак, а тут вот такой вот подарочек для него. Но зато не будет кидать людей в будущем. Будет для него это уроком. Ребятки, если вы считаете, что я делаю все правильно, что вот наказывают такие сироки, то да, пожалуйста, если вы еще не подписаны на мой канал, то подпишитесь. Ну а если же вы уже подписаны, то прошу вас поставить лайк, так как если на этом краше наберется 1000 лайков, я пойду записывать следующий краш школы серверов. Также, если вы вас кинули, вы можете написать мне в ВКонтакте в личные сообщения. Я рассмотрю этот сервак и постараюсь вам помочь. Так что как-то вот так вот, ну что, все нормально мы с вами сделали. Давайте еще раз пропишем сейф ал и уже стопнем этот сервак, чтобы никто не мог другой на него зайти. И все. И, ребятки, крашнули мы с вами очередной школы сервак. Надеюсь, что вы поставите лайк. Также в комментах пишите, ждете ли вы начало учебной... как учебной четверти, вот, да. Ну, всем удачи и всем пока.